Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Спасибо за приглашение, всегда рад, и слава Украине. Героям слава. Якщо можна, от, знаєте, дуже багато інформації, зокрема, на російських пабліках, ну, що називається, розганяється. І вони там, ну, фактично повідомляють про загрозу чи не громадянської війни. Що ж насправді відбувається у Сполучених Штатах, зокрема, у штаті Техас, і чому виникла така ситуація? Чем хуже идут дела у Дональда Трампа, тем больше будут разжигать пожары по всей стране республиканские лидеры, насколько это возможно, потому что он требует это от них для того, чтобы это помогло ему, как он считает, на выборах. Если вы следите за новостной повесткой исключительно через линзу канал Fox News или, видимо, эти российские паблики, это, видимо, одно и то же, то вы видите иммиграцию как самую большую угрозу Соединенным Штатам. Это уже говорит о том, насколько разный у нас взгляд, потому что не республиканцы видят, что перед нашей страной стоят другие проблемы, например, Дональд Трамп, который стоит у нас, может, у нас демократия закончится, если он станет президентом. До тех пор мы видим, что есть кризис иммиграции, мы видим, что и республиканцы, и демократы хотят его решить. И что же стоит на пути этой договоренности? Опять тот же Дональд Фредович. Поэтому ситуация странная. Если посмотреть именно на Техас, то там мы видим слегка обезумевшего губернатора, который не понимает отношения между федеральной властью, штатами и гражданами. И он считает, что федеральное правительство не защитило штаты. А федеральное правительство говорит, что по концепции аж 1833 года, и потом это было подтверждено Линкольном в 65-м, что отношения между Соединенными Штатами государством с их гражданами, а не со штатом. Штат так оказался, так сказать, это средство, как там внутри это происходит. Но это не относится к тому, к тем отношениям, которые между гражданами и властью Соединенных Штатов. Поэтому сейчас мы... Да, прошу. Еще хотела додатково таке питання, поки ви про це говорите. А чому, власне, Трамп є перепоною, оскільки він, ну, адже він говорить за міграційну політику. Чому він є такою ось перепоною між республіканцями і демократами? Потому что это, возможно, договоренность. Если есть договоренность, то тогда, с одной стороны, нельзя избирателям говорить, что это проблема, потому что вот, решилось. А с другой стороны, это очки в пользу Джо Байдена, говорит Трамп. И он не может этому позволить случиться. Поэтому по всем причинам для Дональда Трампа имеет смысл, видимо, буксовать. Так же, как он в судах буксует, так вот он и своим влиянием на партию говорит, ничего не делайте, не говорите с демократами, не голосуйте за любую сделку. Это, ну, как-то бесит именно республиканских законодателей. А когда эти 25 губернаторов, которые подписали письмо, об этом спросили, в письме спросили пресс-секретаря Карин Сент-Пьер, если не ошибаюсь, в Белом доме, ее спросили, что она думает по поводу этого письма, она сказала, что она советует этим губернаторам, если они хотят помочь, связаться со своими конгрессменами и сенаторами. Потому что у них действительно есть возможность достичь договоренности, которой они не могли достичь 30 лет. Но для того, чтобы помочь Украине, Джо Байден и демократы дают им невероятный, пошли на невероятный компромисс. Если только республиканцы смогут проголосовать. Им так трудно от этого отказаться, но Дональд Трамп сказал, не делай этого. От, до речі, кілька днів тому, коли були відомі вже результати праймеріс у Нью-Гемпширі, ми також мали включення зі Сполучених Штатів Америки, і от якраз опосередковано торкалися теми, скільки Трамп ще буде намагатися тиснути разом з республіканцями для того, щоб навіть після того, як Байден погодився на певні поступки, щоб розблокувати ось ухвалення пакету допомоги для нашої держави. І якраз ось ці питання, вони стояли, так знаєте, доволі окремим рядком. Чи можна сказати, що ось ця ситуація, яка зараз набирає обертів у Техасі, це є якраз таким новим видом тиску?
Конечно, это будет теперь тема политизироваться еще больше, и тот факт, что нет договоренности по поводу этого законопроекта и, возможно, не будет, теперь будет использоваться президентом Байденом и всеми демократами для того, чтобы как дубинкой бить по голове и Трампа, и всех республиканцев, потому что они сами создали это ощущение, что у нас невероятный кризис. Спасибо им, они призвали наше внимание, все с ними согласны, а после этого отказались решать эту проблему. То же самое можно сказать можно сказать, что когда дело доходит до помощи Израилю, это тема, которая невероятно важна для республиканцев. Они очень ценят Израиль, они поддерживают Израиль, а после этого они не помогают Израилю. Мне кажется, в этом есть определенный такой антисионизм в их действиях, потому что они вредят еврейскому государству, но они этого не признают. А с другой стороны, есть Украина, где они открыто таким образом помогают Владимиру Путину. Им это неприятно, им стыдно, тем, у кого есть совесть, например, те, кто голосует за Ники Хейли, которые понимают, насколько это важно. А поэтому вот этот законопроект собрал теперь в себе, можно сказать, все многие из политических проблем, которые можно теперь говорить с избирателем, о том, как республиканцы ушли от стола переговоров и отказались решать проблемы, которые стоят перед нашей страной. Знаєте, у нас буквально хвилина залишилася. Як на вашу думку, ось ці події, чи не спровокують вони ще більше затягування у питанні розгляду великого пакету допомоги для нашої держави? Более того, я думаю, что окно возможностей, если верить Дональду Трампу, уже закрылось. Но теперь открывается следующая форточка, и это размораживание денег, активов России. Соединенные Штаты контролируют только, видимо, около 5 миллиардов, но есть надежда, что если этот законопроект, который движется, уже должен пройти скоро через Сенат, и потом, возможно, сам Майк Джонсон сказал, что это было бы поэтично забрать у России эти деньги. Так что, возможно, можно хотя бы 5 миллиардов взять для Украины и также сделать прецедент для других стран, которые держат остальные деньги, чтобы 24 февраля забрать остальные деньги, вот эти сотни миллиардов у России. Ну, тобто, фактично, словам Трампа верити не варто, а варто верити ось тим діям, які зараз будуть відбуватися. Ну, я маю на увазі про активи. Да, я думаю, что на активы сейчас растет количество надежды и расчетов, потому что когда нет другой помощи, той, которую могли бы просто проголосовать, то намного больше инсентив, желание, мотивации на взять вот эти 200-300 миллиардов долларов. Так что в этом смысле Россия еще поплатится за то, что они вот так купили нашу республиканскую партию в лице Дональда Трампа и контролируют. Им это дороже обойдется, потому что теперь у них быстрее заберут их замороженные деньги. Раньше могли бы еще подождать, а теперь нельзя ждать, надо брать. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт».